нас есть лот, который поможет собрать всю семью за одним столом. Вы помните, как было раньше, когда на Руси было принято, например, ставить самовар? Сейчас чайник вот с таким вот свистком придет к нам на помощь. 790 рублей все лоты сегодня представлены в часе «Абсолютные хиты». Чайник «Стальная бодрость». Номер лота 24-295. Выгода 700 рублей. У нас есть несколько цветов на выбор. Это бирюзовый, красный, коричневый и зеленый цвет. Мы работаем напрямую от поставщиков и от производителей, поэтому максимальное снижение цен достигнуто сегодня. Коль, а в чем преимущество именно этого чайника? Преимущество именно этого чайника. Давай, конечно, начну с него. Потом я хотел показать, насколько он очень хорош. Посмотрите. Смотрите, здесь на каждом чайнике есть вот такая вот мерная шкала, то есть максимальность, то есть мы сразу с вами понимаем, что воду мы не перельем, у нас есть всегда мерная шкала, это первое. Во-вторых, его особенность заключается в том, что ручку, когда мы держим ручку, ручка у нас не нагревается. Об объемах можно говорить долго, но если вы пойдете в любой магазин, вы всегда найдете чайник в 2,8 литра, в 3,2, может быть, какой-нибудь найдете сумасшедший чайник, объемом 4 литра, но это будет стоить и сумасшедших денег. Сегодня я говорю про объем 3,5 литра. Ого. Это действительно настоящий, нужный объем, который необходим на всю большую семью. Ну и, конечно же, вот он, тот самый свисток, благодаря которому мы с вами сразу узнаем, что чайник закипел. И ручка на крышке открывается легко, не обожжетесь. А самое главное, посмотри, внутри нержавеющая сталь, ничего другого не нужно. Сталь держится долго, живет долго, 50 лет, будет служить долгой верой и правдой. Ну и вот она, обратная сторона. Александр, с большим еще удовольствием. Просто уж нравится мне этот чайник. Мне тоже очень нравится. Готовить на нем можно на абсолютно разных плитах. Ой, сейчас мы с тобой все более детально обговорим. Самое важное достоинство этого чайника, как на мой взгляд, так это, конечно, цена. 790 рублей за абсолютный хит. Разные цвета сегодня представлены. У меня в руках коричневый. 700 рублей вы экономите. Вы можете себе представить, что такой чайник вы не найдете в магазинах. А у нас напрямую от производителя и от поставщика с особыми условиями поставки всего за 790 рублей. Притом вот действительно яркий дизайн, да. И ты знаешь, Коль, у меня есть печальная история, к сожалению, насчет этого чайника. Печаль. Я помню, когда я была маленькая, еще у нас был подобный чайник. Но свисток, он одевался отдельно. Да. То есть, ну, вот так нужно было его надевать, все, мама забыла его надеть. Все, чайник сгорел. Ладно, пожара в доме не было, а тут не потеряется. Скажи мне, как ты его снимала, когда ты наливала вот чай? А вот здесь мы, смотрите, с тобой, и что здесь, что вот здесь, мы просто рукой одной приподнимаем, да, вот этот свисток, и все, и вы сможете уже отправлять. Да что я говорю, давайте от слов к делу. Давай. У нас сегодня представлены вот такие вот замечательные чашки. Я сейчас ни в коем случае, я просто их хочу использовать сегодня для... Давай, почему бы не использовать? Для того, чтобы продемонстрировать все-таки, для чего нам нужен кипяточек. Итак, я отправляю туда свою заранее приготовленную смесь. Это может быть... Да, он только что свистел, я его выключил. Ага. Я приготовил туда заранее свою смесь. Да. Это мой такой... Авторский супчик. Авторский бульончик, да, с горохом. И посмотри, я просто легко заметил, еще раз я продемонстрирую всем вам. То есть вот он горячий, он кипяток. Да? Посмотрите, я держу рукой горячий свисток. Да, я да, пожалуйста, Александр, только тут пар. Ну, да. Будьте аккуратнее. Да. Вот, но свисток сам не нагревается. Мы поднимаем легким движением руки, и дальше мы отправляем этот кипяток в нашу чашку, в нашу супницу, и все. И самое главное, помните, что объем 3,5 литра, это тот самый объем, когда вы сможете сразу заварить большую кастрюлю с облепихой. Сейчас начнется... А витаминоз надо... Вы сразу сможете заварить себе кучу всяких ягод. Вы сразу можете сварить вот такой вот чайник. И если вы не хотите долго ждать, пока ваши макароны варятся, ваша паста, да, вы сварили кипяток и отправили... Слушай, какой хороший совет. Быстрый, равномерный прогрев, нержавеющая сталь, прочный, на века, века долгий. Ну, кстати, 255 человек, как только что тебя уже услышала и оценила. Вы знаете, продано 255, это прям достижение. Это один из лотов рекордсменов. Но по такой-то цене 790 рублей. Вы представляете, какой у нас ажиотаж сейчас в колл-центре? У нас просто там с ума сходят операторы. Ну ничего, пусть поработают. 790 рублей с любовью, друзья мои, напрямую от поставщика и от производителя. За чайник объемом в 3,5 литра из нержавеющей стали. Плюс свисток у нас сегодня идет вот на таком механизме, не потеряется ни в коем случае. И разные цвета на выбор.
красный, коричневый, зеленый, бирюзовый, синий. Выбирайте свой цвет. Хотите согреть чай на всю семью? К вам пришли гости. 3,5 литра чайник выдержит легко. Ручка не нагревается. Свистка вот эта вот, у свистка вот эта часть тоже не нагревается. Ир, я так понимаю, ручка тоже, да? Ручка не нагревается. Ну вот еще раз, давайте я продемонстрирую наглядно. Я сегодня, видишь, начал уже чашки наши использовать. Но я вот беру горячий чайник. И вот чай. Вот представьте, ну, случается такое, захворали, да, зима, все-таки хочется попить чая с медом, с малиной. И все врачи, да и я вам всегда рекомендую, пейте больше жидкости, пейте больше чая. И когда у вас кружки маленькие, приходится по несколько раз мед. А тут вы как, знаете, как в сказке про три медведя. У папы большого, большой чайник объемом на 3,5 литра. И большая кружка. И посмотрите, сколько и в эту кружку умещается. А самое главное, что я еще раз хочу напомнить, что здесь у нас, ты попробуй. Попробуй, тут еще есть. И я много не доливал. И посмотрите, я достаю третью чашку. И мы с вами здесь в этой третьей чашке будем заваривать кашу.